Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и сегодня поговорим о моих двух любимых играх. Это Rust и Scum. Настройки графики максимальные на плашке RTX 2060 6 гигов. Параметры системного блока будут в описании под видео. Средний FPS в Scum'е был где-то 65, проседал до 20, но это очень редко, я не знаю, это у всех, наверное, так. Если вам только интересно, какой FPS был в Rust, то перемотайте до 3 минут 15 секунд. Видно, что разработчики работают над игрой, и стало меньше пролагов, меньше прогрузок разных. Вот сравнить Scum полгода назад и сейчас, это совсем разные игры. Средний FPS в Rust был где-то примерно 65-70, наверное. Он колебался с 80-90, даже до 100 доходил и опускался в густонаселенных районах Rust'а где-то до 40-50. Это на максимальных настройках. С включенным DLSS Max Quality.
С вами был Розе, всем до новых встреч!